Отделение перинатальной крови районной больницы расположено в детском корпусе больницы на первом этаже. Берем мы кровь в понедельник и вторник с 8 до 10. То есть всех приглашаем желающих сдавать кровь. Конечно, просто так приходить не нужно. Нужно готовиться к сдаче крови. То есть донор должен 2 дня не пить алкоголь, не употреблять жирную пищу. Утром нужно покушать обязательно чай с печеньем. И, значит, жирную пищу исключается. И к нам прийти к 8 утра с паспортом. Больше никаких документов не требуется. Ну и здоровье, чтобы было хорошее здоровье. Донору предоставляется 2 дня отгулов, оплачиваемых на работе, и выплачивается 630 рублей компенсации на питание.